Ты что, еще не играешь в World of Warships? Да ты просто тратишь жизнь зря! В кораблях можно ходить по воде, стрелять по врагам, торпедировать Ямато, отомстить за Титаник, прятаться под носом у врага, торпедировать Ямато еще раз, смотреть на всех свысока, наконец-то потопить Ямато! Все, что только можно представить! Командиры. В море самых разнообразных новостей я, Даша Перова, рассказываю вам только о самых хороших. Сегодня обзор обновления 0.9.4. Долгожданный тест нового класса кораблей подводных лодок. А еще советские тяжелые крейсеры, бесплатное улучшенное снаряжение, новый сезон ранговых боев и еще много всего приятного. В ранний доступ выходят тяжелые советские крейсеры «Великолепные Таллин» и «Рига». Важные особенности новичков. Эффективные даже против линкоров бронебойные снаряды, отличная баллистика, неплохая броня, сравнительно долгая перезарядка и особые настройки точности. На дальних дистанциях разброс снарядов новых крейсеров больше, чем у одноклассников. Из-за такой точности и 12-километровый РЛС новички лучше всего покажут себя на средней дистанции. Чтобы увидеть этих красавцев в своем борту, обменяйте советские жетоны на последовательные наборы. Жетоны вы найдете в тематических контейнерах из снабжения и за прохождение директив. А для исследования советские тяжелые крейсеры будут доступны в обновлении 0.9.6. А теперь одна из самых любопытных новостей 0.9.4. Я рада рассказать вам, что тестирование подводных лодок через 2 недели доберется до основного сервера «Мира кораблей». И мы благодарим всех игроков, которые принимали участие в предыдущих тестах. Подводные лодки станут доступны в отдельном типе боя. И от вас, и от ваших отзывов во многом будет зависеть их дальнейшая судьба в нашей игре. Как принять участие в тесте? Подробности ищите на нашем портале и в следующих видео. Кстати, самое время подписаться на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Еще одна приятная новость. Теперь в каждом бою вы будете экономить до 112,5 тысяч кредитов. В 0.9.4 стандартное снаряжение уходит из игры, а улучшенное становится бесплатным. То улучшенное снаряжение, что осталось у вас на кораблях и в имуществе, плюс контейнеры больше снаряжения, автоматически обменяются на кредит. Кстати, о снаряжении. По вашим многочисленным просьбам, теперь можно просматривать модернизации и снаряжение еще не купленных кораблей. А в дереве развития можно изучить и приобрести корабль. Чтобы открыть его ТТХ с кнопками покупки и изучения, нужно кликнуть по его иконке, а чтобы перейти к модулям, кликнуть дважды. Самоизоляция – это еще и отличная возможность проверить себя в рангах. Через неделю 7 на 7 на семерках. Можно заработать более 4500 стали. Подробности, как всегда, в особой статье ближе к началу сезона. Новости Адмиралтейства. Появились контейнеры «Решительно и быстро» за 6000 единиц угля. Награда за всю коллекцию – уникальный итальянский исторический командир Луиджи Санцонетти. Ценителей прекрасного порадуют новые постоянные камуфляжи «День Победы» для Минска, Октябрьской революции, Дюк оф Йорк и других. А неизрасходованные европейские жетоны будут обменены на кредиты по курсу 1 к 7500. Мы продолжаем работать над картами, в этом обновлении изменилась петля. Теперь подход к контрольным точкам и маневрирование на них будет проще. На этой карте и на Северном Сиянии, Расколе, Спящем Гиганте, Греции, Зоне Крушения Альфа мы добавили новую модель освещения и улучшенную технологию HDR.
И, наконец, рикошеты снарядов теперь сопровождаются эффектной анимацией. Конечно, наши виртуальные просторы не смогут заменить реальность, но помогут провести время с удовольствием. Берегите себя и своих близких, командиры. На этом у меня все. Ваша Даша Перова.